Исәнмісіз, қадірлі ешлеріміз, дұслар, шат көрішіңе! Дорогие друзья, уважаемые молодежь, участники избирательной кампании этого года, мы сегодня вот таким большим концертом, встречей с вами, подводим итоги и завершаем избирательную кампанию. Доложу вам, что кампания в Татарстане прошла успешно. Никаких инцидентов, непоняток. Люди с удовольствием пришли. Почти 3 миллиона избирателей у нас в Татарстане. 17,7 тысяч впервые проголосовали по депутатскому корпусу нашей республики. И надо отдать должное. На 6 часов у меня данные. На 18. 63,3% от всех избирателей пришли и проголосовали. Я вышел на трибуну поблагодарить вас. Спасибо за активность, за понимание важности этой работы. Это единственный коллегиальный орган любого субъекта Российской Федерации, парламент, который непосредственно, напрямую избирается народом, населением. Огромное вам спасибо за активность. Спасибо большое за участие. Я думаю, вы хороших депутатов подобрали, которые будут служить каждому из нас и родной республике в целом. Спасибо наблюдателям, спасибо журналистам, которые освещали ход избирательной кампании. И надо сказать, что в республике очень ответственный, многонациональный народ. У нас кого только нет ведь. И татары, и русские, чуваши, мордва, марийцы, немцы, евреи. 175 наций и народностей. Но мы все гордимся родным Татарстаном. И я думаю, успехи, которые сегодня мы имеем в условиях СВО, в условиях санкций по отношению к экономике нашей республики, мы продолжаем наращивать производство и реализацию собственной продукции. Утомлять не буду. Для вас сегодня концерт. Именитые певцы, музыканты хотят вас тоже поблагодарить. С праздником! Дай Бог, чтобы родная республика жила, здравствовала! Зур Рахмат! Спасибо всем большое! Но прямо сейчас, дорогие друзья, мы предлагаем всем вместе, всей этой многотысячной аудитории зрителей, всей огромной семьей Республики Татарстан спеть самую добрую, самую красивую песню о нашей республике. И в день семейного фестиваля у центра семьи «Фазан» в очередной раз признаться ей в любви.